чип вам в номер. В России могут появиться новые автомобильные номера. Реформа продиктована нехваткой знаков в регионах. Идею обсуждают в Росстандарте. Новый формат будет близок к европейскому. 4 цифры, 4 буквы, флажок и надпись «РУС». По опыту Старого Света в номерные знаки поместят чипы. Менять формат начнут не раньше осени 2018 года.